Тем временем в Омской области стартовал кубок губернатора по комплексу ГТО. Чиновники вышли сдавать нормативы. Руководители ведомств, департаментов и управлений личным примером показывают пользу от занятий физкультурой и спортом. Безусловно, достойно и правильно. Провластные камеры снимают, работники органов исполнительной власти и местного самоуправления красиво позируют. Вот бы их сюда, в Муромцево, в спорткомплекс «Факел», говорят муромчане. Наверняка многие бы тесты элементарно завалили. Но, как говорится, позировать не работать. Капитальный ремонт кровли этого спортивного сооружения стартовал в октябре. За 6,5 миллионов рублей новая крыша должна была спасти сотни юных спортсменов от вечных протеканий. Но получилось, как всегда, только хуже. И, по всей видимости, ремонт теперь нужен не только крыше. Тренировки отменены, зал закрыт. Заниматься здесь опасно для жизни. Всюду лужи, мокрые стены, а в центре зала гордо висит флаг Единой России, как символ чиновничьего беспредела, безответственности и равнодушия. А напротив баннер, призывающий выполнять нормы ГТО. Это уже пламенный привет министру образования Татьяне Дерновой. Вот здесь надо проводить такой важный турнир среди чиновников – Кубок губернатора. Золотое время было упущено. Летом мы этим не занимались. Благодатный сентябрь стоял. Уж нынче как повезло. Ничего не делали. А начали по существу в октябре. Крышу вскрыли. А погода вот такой нам дала, так скажем. Сюрприз преподнесла. И сегодня и ремонт вести нельзя. И все вот это потекло. Причем если раньше оно текло так в определенных местах, а сейчас вы видите эту картину. А вот что сказал министр спорта Омской области Дмитрий Крикорянц на открытии Кубка губернатора по ГТО, где областные чиновники демонстрировали свои физические способности. Цитирую. «Немаловажно, что такие соревнования и фестивали проходят в хороших условиях, ведь у государства к развитию комплекса отношение очень серьезное. Сегодня представители региональной и муниципальной власти вновь показали хороший пример для граждан, доказав, что физкультура и спорт никому не чужды». Конец цитаты. Еще раз приглашаем чиновников второй этап Кубка губернатора по ГТО провести в муромцевском спорткомплексе «Факел» на базе детско-юношеской спортивной школы. Не стесняйтесь, уважаемые любители красивых фото и видеокадров. Будьте ближе к простому народу.